Любимые сказочные персонажи и новогодние сувениры. Люберецкая картинная галерея в очередной раз распахнула свои двери для маленьких жителей округа. Гостей праздника ожидало сказочное представление в исполнении волонтеров молодежного парламента и подарки от представителей власти. Вот уже более 10 лет стало традицией, что партия «Единая Россия», местное отделение наше, организует для детей с малоимущих семей, инвалидов, многодетных семей такой вот праздник. Не каждый может ребенка свозить куда-то, подарить подарок такой-то. Есть многодетные семьи, которым это не под руку. На этом новогодние сюрпризы не закончатся. Около 100 детей из городского округа Люберцы поедут в Красногорск для участия в новогоднем представлении под эгидой правительства Московской области. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.